В Подмосковье стартует купальный сезон. Отправляясь отдыхать к воде, не стоит забывать о правилах безопасности. Не заплывайте далеко, не ныряйте в незнакомых местах, особенно у плотин и в местах со знаком «Купание запрещено». Не прыгайте в воду с лодок, причалов и катеров. Также запрещено заходить в воду в нетрезвом состоянии. Обращаем внимание, что исключается купание детей без надзора взрослых. Телефон единой службы спасения 112.